Всем привет! Многие сейчас ищут рецепт приготовления варенья из дыни. И сегодня я решила приготовить варенье из дыни с лимоном. Для этого нам понадобится дыня, которую мы сейчас почистим. Выберем косточки и нарежем кубиками. У нас дыня домашняя, спелая. Выбираем косточки. Смотрите, какая шмякоть. А запах какой. Хорошо, выбираем косточки. И нарезаем. Небольшие кубики такие. Дыню мы нарезали, берем емкость, в которой, в принципе, будем мы варить. Это у меня кастрюлька. Высыпаем дыню нарезанную. И добавляем мы 250 грамм сахара. Перемешиваем и оставляем на 3-4 часа. Итак, ребятки, прошло 4 часа. Вот что получается. Уже довольно много так сиропа. А запах стоит очень вкусный. Дыня прям аромат на всю кухню. Теперь мы поставим на плиту и проварим минут 5, помешивая. Итак, варенье проварилось у меня больше 5 минут, минут 8. Я выключаю его, оставляю на 5 часов охлаждаться. Затем добавлю лимонный сок, цедру лимона и проварим еще минут 5-8. Итак, прошло 5 часов. Вот какое у нас варенье. Стало таким прозрачным. Сюда я добавляю лимоновый сок выжатый и натертую лимонную цедру. Можно варенье оставить в виде кусочков, а кто любит в виде пюре, измельчить блендером. И поставим на огонь минут на 10. На медленном огне провариваем и мешаем. Итак, я все-таки решила измельчить варенье. Посмотрите, какое получилось. Вот с лимоном совсем другой запах. Очень-очень так приятный такой, прямо свежий, насыщенный такой вкус. Я сделала небольшой объем, поэтому я понимаю, что многие будут делать с расчетом на более несколько, на 2, на 3 дыни. Поэтому я в конце видео опубликую рецепт на большее количество дыни.
Друзья, смотрите, какое красивое, ароматное получилось варенье. Очень-очень вкусное. Ну, шикарное просто. И я вам советую приготовить по моему рецепту. Изумительно вкусное. Просто бомба, а не варенье.